Всем привет, с вами Рейвен, и сегодня мы продолжим проходить игру под названием Call of Duty Black Ops 3. Готовься. Мы начинаем десант на платформы в зонах водозабора. Мы считаем, что Тейлор и Моретти засели там. Расскажи, что случилось после подключения к Холл? Я видел что-то необъяснимое, чего видеть не следовало. Когда она умирала, я был в ее сознании, в ее воспоминаниях, мыслях, страхах. Она была напугана. Она не понимала, что с ней происходит. Я видел подопытных черного проекта в Сингапуре. Что-то внутри них билось в огонь. Именно оно стало причиной катастрофы и убило так много людей. Тихо. Дыши. Оно было погребено много лет, но отряд Тейлора... Они его разбудили, теперь оно внутри них. Думаю, оно ведет их куда-то. Держись. Куда идет Тейлор? Он все еще ищет замерзший лес. Коалиция Нила уже выдвинулась к коллекторам. Поняла, Халиль. Мы в пути. Главная цель — уничтожение защитной системы нильцев. А что по поводу Тейлора? Одна проблема за раз, Кендрикс. Одна за раз. Многочисленные враги! В рассыпную и покончим с ними! Кендрикс, давай к коллекторам! Встретимся, когда закончим! Побыстрее! Мы не можем снова упустить Тейлора и Моретти. Мы можем их переманеврировать! Полная тяга! Этот мой! Да я не могу ее достать. А эти ребята знают, что такое маневр. Не забывай про наземный огонь! Кто следующий? Новые враги на подлете! Есть прицел! Какой он быстрый! Осторожней! С земли стреляют! Прицел зафиксирован! Да падай ты! Сколько можно? Мы под плотным огнем! Нужен сбор у платформы! Поняла. Заканчиваем зачистку и меняем курс. Потому что у меня скорость мышки слишком маленькая. Или они действительно такие быстрые? Хорошо! Нужно вырубить ПВО, чтобы египтяне могли зачистить платформу. Ну так один и надо стрелять. Готов. Я больше никого не вижу. Я же никого больше не достану. У меня ракеты есть. Так, ты откуда ты? Оттуда не возвращаются. Долго мне еще стрелять? Может, мне это уничтожить как-то надо, я не знаю. Или просто их убивать. Неплохо! Не останавливайся! Их еще много! Хотя одна уже исчезла. Плюс.
я просто попал туда. Кто стреляет? Один. Значит, просто надо мочить. Все еще. Есть конец связи. Это Азирис 6. Прием. Принял Азирис 6. Слышал хорошо. Прием. Мы продвигаемся. Нигде отсутствует. Так слышно. Уже столько народу там убил. Заканчивать уже. Ладно, я продолжу бить, убивать. Точно все по плану идет. Я не думаю, что это очень весело. Я двигаться могу. Серьезно? Отлично, Халиль. ПВО уничтожено. Вот. Спасибо за помощь. Мы начинаем атаку. Вы можете отключить Нильцам связь. Это нам поможет. Я минуты три стоял. Работаем! Стрелял. Вражеская связь? Что за херня? А как насчет Тейлора и Моретти? Мы должны найти их. Мы найдем их. Займись поддержкой с воздуха, пока мы разбираемся с вышками связи. Приземлиться нам? Ты что, не понимаешь, что происходит? Тейлор уже заключил сделку. Если Нильцы его вытащат, на их счету будет крупная пропагандистская победа. Он на плакатах будет герой Америки, предатель Америки. Я нужен на земле. Только я могу добраться до него. Нет, Хендрикс. Нужна поддержка с воздуха, пока египтяне не возьмут платформу. Мы можем вручную перегрузить передатчик. Забираюсь. Надави! Загружай передатчик!
Олеся, я прикрою. Запусти, а дальше я подхвачу. Что запускать-то? Передатчик прямо сверху. Прикрой меня. Я попробую отсюда. 2%. Прикрой меня. Новые цели с правой стороны. Какого хрена ты делаешь? Иди сюда! Не убивай, что ли? Вражеская граната! Надо откинуть, что ли, к ней? Это взорвется сейчас. Молодец! Прикрывай мой зад! Конечно, молодец. Враги над нами! Прямо по курсу! Я их полчаса отстреливал. Приближаюсь! Осторожно с дронами! Давай, назад! 80%! Враги над нами! Прямо по курсу! Ну, хоть так. Приближаюсь! Граната! Валим! Граната! Осторожней с дронами! Что ты творишь? Выживет. Выживет. Что ты творишь? Почти свои мысли. Эй, ты же меня прикрываешь! Да, связь вырублена! Убираемся отсюда! Замечательно! Противник пригнал новые охранные платформы! Выдвигаемся! Ну... Его нельзя убить. Тогда бежим. А, я застрял. Мне хана. Давай, садись. Мне ее не надо забирать. Отлично. Осталось вывести из строя одну башню. Потом найдем Тейлора и Моретти. Двигаем. Раунд один. Разворачивайтесь и прикройте огнем. Впереди следующая станция связи. Выдвигаемся. Опять ее охранять надо будет. Наверх к передатчику. Двигай. Устрани остальных врагов. Че она тут командует, я не понял. Граната, пошли. Поднимайся. Давай я тебя открою. Загружай передатчик. Сейчас будет какой-то робот, да? Мне нужно время. Прикрой меня. Эй, ты же меня прикрываешь. Новые враги подходят справа. Рассредоточиться. Не дать окружить нас. Я на позиции. Она достала командовать. Кто тут великий солдат? Герой-убийца. Еще наземные войска! Охраняй меня, обратно гранату откидывать. Явно не она. Но между тем...
Она указывает. Я на полпути. Забавно. Так держать. Так. Осторожно, они скидывают новые войска. Почти готово. Найдите укрытие. А, ладно, гранаты вводите. Так, кто это? Мы закончили. Давай убираться. Бежим. Уйди, женщина. Бросаю гранату. Или сползает. Доложи обстановку. Судя по переговорам нильцев, они на нижних уровнях. Пытаются скоординироваться для эвакуации. Мы все еще можем их опередить. Вперед! Ой. Посылаю карту с координатами последней известной позиции Тейлора и Моретти. Удачи! Тот еще бассейн. Ныряем. Слушай только мой голос. Представь себя в зимнем лесу. Что за фигня? Не бросай меня. Дыши! Почему? Ну и системы отрубились. Я провела диагностику. Те же симптомы, что у Хендрикса. И, видимо, у команды Тейлора. Симптомы чего? Полагаю, и из секретного проекта. Скакнул в сторону органики. Твой ПНИ послужил дверью. Он появился в объектах эксперимента. Теперь он внутри тебя. Медленно поглощая и сводя тебя с ума. Насколько медленно? Может, дни. Может, часы. Это распределительная система. Коллективный разум. Растущий из опыта всех, кого он заразил. Он пожирает их. Послушай. Как бы он ни работал, чего бы он ни хотел, я все еще я. Тейлор. Мы найдем его. И если нужно будет пустить пулю ему в лоб, я это сделаю. Он не единственный. Если придет время, я сделаю то, что нужно. Мы найдем другой способ. Подальше от военных, от армии, от ЦРУ. Есть места, где мы будем в безопасности. Прошу, послушай меня. Останься! Что-то глушит наш сигнал. Мы засекли движение в вашу сторону. Что-то останься. Здесь не так. У меня такое же ощущение. Соберись. Приготовь оружие. Готово оружие у меня. Где она вообще? За мной. Кейн, как слышно? Группа целей направляется к вам. Убирайтесь оттуда. Тейлор и Моретти. Они знали, что мы придем. Кейн, вам нужно идти. Они пытаются вас окружить. Как поняли? Уходим. Возгорание. То, что надо. О! Как-то фигово. Ну
Надо их слева зачистить. Да как? Где от них прятаться, блин? Конечно, крышка. Я его взорвал. Так, это последний. Извини, братан. А здесь в сгорании можно? Нельзя. Она сейчас, наверное, задохнется. Когда они закончатся? Атака нельцев беспощадна! Мы пытаемся занять плацдарм! Нужна поддержка с воздуха, чтобы мы зачистили платформу. Остаешься или идешь со мной? Какие у нас шансы найти Тейлора? Зачистим пост управления и получим доступ к сообщениям системы безопасности. Кейн отправит их на интерфейс. Ясно. Мы обеспечим поддержку во что бы то ни стало. Еще вертолет Нильсов! Нельзя подпускать их к коллектору! Понял, мы на пути к вам. Вижу их. Несколько самолетов. Иду на перехват. Поняла. Тоже вижу их. Атакую. Вот опять, да. Новые игроки прижимают. Один на хвосте. Тебе нужно навестись. Они слишком маневренные. Было близко. Следи за зенитным огнем. Этот мой. Ракета пошла. Они слишком одной быстрее. Проблемой меньше. Нужно нацелить ракету. Указывает радар мне. Засек новые самолеты. Своими делами, я разворачиваюсь. Пытаюсь оттеснить его к коллектору. Сладких снов. Хендрикс, что у тебя? На солдат Халиля напирают у пункта управления. Можем потерять Тейлора и Моретти. Мы не дадим этому случиться. Все силы на поддержку армии внизу. Халиль, мы прикроем твоих солдат. Прорывайтесь. В какую сторону они идут? Мы не справляемся. Нас прижали. Нужна поддержка на 2-1-4-3-5-9. В эту сторону, дети. Пункт управления заперт. Мы внутри. Подключаюсь. Перешли мне сообщение системы безопасности. Мы опоздали, он уходит. Стой. Когда она была рабочей, засуха привлекла пиратов к платформе. Протоколы защиты настроены так, что в случае прорыва ключевые зоны укрепляются, а отсеки блокируются. Блокируй, Халиль! Быстрее! Сейчас! Моретти пока там. Это еще не конец. Кейн, как нам лучше всего туда добраться? Ну, эти протоколы защиты только что отделили его от вас армированной дверью. Есть предложение? Моретти все еще в ангаре. Солдаты Халии уже выдвинулись туда.
Понял. Мы присоединимся к ним. Защищать. Легче с самолета будет защищать. Да сколько вас там? А, надо рой выпустить. Пошли, ребята. Каков твой план? Да достанем. Перебросьте канаты и спускайтесь вниз. Сильно патроны будут. Вас понял, колесница. Ожидайте. Моретти сбежал через проход сзади. Преследуй его. Снова полный патрон. Боезапас полон. Куда она? Моретти побежал сюда, твою мать! Взрывайся. Не сбежит он. Расслабь свой разум. Беги. Хендрикс! Притормози! Эй, послушай меня! Да что с тобой не так? Ты не в себе, Хендрикс. Внутри тебя что-то есть с тех пор, как ты подключался к Диазу. То же самое, что внутри Тейлора. Ты упускаешь из вида миссию Тейлора. Что? Тейлор выдал секреты, которые ведут прямиком к прогнившей сердцевине ЦРУ и Союза Уинслоу. И поэтому он наша цель. Нет! Кейн просматривала данные нашей диагностики. Кейн? Да, она дергает за ниточки и все время дергала, потому что она и есть гребаная ЦРУшница. Хватит, Хендрикс! Что? Ты мне не веришь? Ты сохнешь по ней, что ли? Строишь планы на домик за городом и идеальную семейку? Я давно говорил, что ей нельзя доверять. Она морочит себе голову! Она морочит мне голову! А что насчет твоей спичечной головки? Что там? Не высовывайся! Ты замедляешь его. Моретти? Моретти, послушай меня! А ты ничему не научился, да? Диас и Холл мертвы. Что бы ни сказал тебе Тейлор, еще не поздно все исправить. Сдавайся, и я лично гарантирую твою безопасность. Он же не сдастся, да?
Эй, скользи. Тебе наплевать, что скрывается в темноте? Моретти, ты знаешь меня. Доверься мне. Лучше пригни голову. Даже самые крутые ребята не бессмертны. Прошу, я даю слово, что с тобой поступят справедливо. Даже слушать не хочет. Пуля в лоб все равно отправит тебя на свидание к Создателю. Граната пошла! Граната, береги! Откидывай ее. Вмести в свое сердце покой. Глаза разули, они все топорные. Есть цель. Мы полностью на виду, отступаем. Давай. Должно сработать. Иди за Моретти, я отвлеку огонь на себя. Бросай. Мир знает правду. Предатель. Твоя правда убила больше людей, чем ты можешь сосчитать. Мы поступили правильно. А ты можешь так сказать? Ты убил его. Завалил как животное. Мы давно убиваем. Дольше, чем могу вспомнить. Но не говори, что тебе это нравится. Моретти был из наших. Как Холл, как Диас. И что теперь? Полная зачистка? Убийство Тейлора? Если ты так хочешь помочь ЦРУ скрыть их гребаные секреты, может мне пустить Кейн пулю в лоб прямо сейчас, а? Послушай меня. Ты сейчас не в египетской тюрьме только потому, что никто не придет к нам на помощь! Мы остались одни. Ты все, что у меня есть. И кроме того, ты мой друг. Ниндзя дали залп ракетами, убирайтесь оттуда быстро! Тебе не придется повторять. Пойдем, Хендрикс. Нужно выбраться наверх до того, как все обрушится! Можешь не ждать меня, беги. Вы должны выбираться Тормоз. Оттуда! Мы знаем, мы уже идем! Его и без меня придавило. Не останавливайся! Ангар в ту сторону! Проходить дальше будем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр и всем пока.